вертолет. Вертолет, блядь, быстрее. Блядь! Валим! Съебаемся нахуй. Кто мне, чтобы не пизотовал? Отстрелочная ракета, блядь. Сука, там встречают вертолет, нахуй. Ёбаные, блядь, майоры, нахуй. Пидорасы, блядь. Да. Они предупредили, надо, короче, так, по тюрьму. Давай, это там. Раз. А тут пизда. Тут пизда. Да, давай, давай порезвим. Так, давай так. Где, где тут там? Давай, чушь, где? Давай, где мы с тобой? Так, человек, блядь. И поставь. Давай, 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 давай. Ребята, ребята, со мной. Пошли. Туда. Командир, кто командир? Командир. Веди, иди, блин. Кто командир? Це, блядь, наші? Ну, а хто? Це що, наші, блядь? Ну, вони наші. Блядь, може це не наші, йобаний насос. Я знаю, люди ці не... Блядь, пішов другий бетр! Ні, ніхуя. Ну, і що ти хуяриш? Що худово? Пошли отсюда бегом куда! Ты что, ёбнутый? Да, блядь, ты долбоёб! Ну ёбнуть, и нахуй! Це не наші! Це не наші! Сука! На!
наші! Це не наші! Це не наші! Господи Боже, милостивий! Господи Боже, милостивий! Я хотів би сказати, що хотів би посадку положити. Кого вони стріляють, взагалі зрозуміти невозможно. Тут мирне населення і наші солдати жанки. Чесно ранили одного бойця, не нашого, а якийсь підрозділ тут, блядь. Не, другого чужого, не нашего. На этот самый. Весь выход на авиацию армейскую. Что за хуйня, блин? Господи Боже, милости. 24-ки заходят и аккуратной очередью, блядь, с пулемета стреляют все наши бехи. Блядь. Господи Боже, милости, спаси и сохрани нас грешных. Господи Боже, милости, спаси и сохрани нас грешных. 24-ки стреляют, наши, не наши, не знаю. Прилетело 2 24-ки, 1 Ми-8. Они заходят вдоль лесопосадки и аккуратно стреляют по нашему блокпосту, который там уже одни трупы. Господи помилуй. Мы тут жили пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих 200-ых, блядь. Они заходят и стреляют. Я, блядь, все бутылки лесопосадки, блядь, лежат. Надо выйти на армейскую авиацию. Кто такие вообще? Какого хрена они стреляют? Ми-24. Нихуя себе. Прикол. Я все снимаю. Ты видел, да? Я все снимаю. Я снимал цих. Снимите меня, мать, тоже. Снимай. Он раненого видел? Я позвонил командиру бригады уже. Спокойно, я позвоню командиру бригады, сейчас должен выйти на авиацию.